Е-е-е-е-е-е. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Погулять, погулять. Вышел зайчик, да. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Живое ТВ» в эфире программы «Живьем». Я ее ведущая Каэли, и мы ведем прямую трансляцию из московского FM-клуба. Как вы помните, ровно неделю назад, в прошлую среду, на этой сцене была группа «Тут как тут» с прекрасной песней «Партизаны и слоны». Они звали-звали слонов. Встречайте! Группа «Слоны»! И я вам представляю лидера группы Александр Слон. Саш, ну, наверное, сперва представь музыкантов. На саксофоне играет лицо нашего коллектива, это Максим Овчинников, да. Сергей Калинин, барабаны. Джесс, он же Дима Ильин, бас-гитара. А меня зовут Саша Слон, да, привет, друзья. История группы «Слоны» очень длинная. Изначально все началось в Петербурге. Расскажи, Саш, пожалуйста, как же все начиналось? Но началось все с того, что мы играли на балалайках и радовались жизни. Потом начали играть рок-н-ролл, и все продолжилось, вот и все. Ну, тогда, наверное, мы послушаем этот самый рок-н-ролл. Baby, don't say no cheating, my baby. Oh yeah, she don't say no fooling, my baby. My baby, don't say no fooling. She don't do nothing but midnight tripping, yeah, my baby. True little baby, my baby. My baby, don't say no fooling, my baby. Oh yeah, she don't say no cheating, my baby. My baby, don't say no fooling. She don't do nothing but midnight trip, yeah, my baby. True little baby, my baby. Go, my! Baby, hold me, baby. My baby, squeeze me, my baby. My baby, don't stand up for me. My baby, true little baby, my baby. Yeah, yeah, yeah. Send a fool in my bed. Oh yeah, she don't send no shit in my bed. My baby don't send a fool. She don't do nothing but kiss, kiss, kiss me, my baby. True little baby, my baby. My baby, true little baby, my baby. My baby, true little baby, my baby. Oh yeah.
Саш, я права, если скажу, что группа «Слоны» начинала как кавер-группа? Да, это так. А насколько кавер-версии были актуальны в то время, когда вы начинали? Насколько они актуальны сейчас? Непонятно. Это непонятно. Ну, то есть непонятно. Кавер-версии всегда актуальны, да, в этом смысле, но непонятно. Хорошо, а на какие песни вы начинали делать кавер-версии? Кстати, вот у тебя микрофончик вот есть. О, отлично. Ну, на Элвиса Пресли и прочих рок-н-ролльных героев делали кавер-версии. Ага, а вот сейчас что-нибудь на тему Элвиса Пресли сможете сыграть? Сможем. Легко, да. А вы станцуете? Да, да, да. Мы сыграем «I feel good», да. Песня. Да, дарим ее памяти Джеймса. Да. Джеймс Джо. Песня о том, что нам уже стало немножечко всем получше. Специально для тех, кому уже немножечко полегчало в этот прекрасный денек в Москве. I feel good, like I knew I would. I feel good, like I knew I would. So good, like I knew you. I feel nice, like a sugar spice. You're like a sugar spice. So nice, so nice. I got you. Yeah. When I hold you in my arms, I know I'm down the line. When I hold you in my arms, my love won't do it all. I feel nice. You're like a sugar. Just by so nice, so nice. I got you. Sure, I feel like
еще раз спать. Солнце, солнце, а я на юге. I feel good. I'm like a new level now. I feel good, good. I'm like a new level now. So good, so good. I gotta hear. So good, so good. I gotta hear. So good, so good. I gotta hear. Рок-н-ролл, про который публика продолжает отплясывать сейчас с не меньшим удовольствием, чем и 30 лет назад. Саш, но помимо кавер-версии, вы же играете еще и свою собственную музыку. Конечно, да. А кто пишет песни в вашем коллективе? Все пишем, особенно Максим. Ага, Максим, тогда прошу к микрофончику. Как автору песен вопрос. Мне говорят, что я пишу все песни, но... Но это на самом деле... Это наглая ложь. Почему? Почему? Я не могу сказать, почему, на самом деле. Я тоже не могу вам ответить. Вот. Даже не знаю, что сказать, правда. Ну, вот. Ты кто? Веселяться все. Ты кто же все-таки автор музыки и стихов? Нет, музыки и стихов песен, которые... Собственных песен группы «Слоны». Все вместе. Мы сочиняем по строчке обычно. А откуда рождаются образы? Из космоса. Ага, такая космическая, магическая сила посылает вдохновение. Хорошо, тогда я думаю, в этот зимний день мы немножко окунемся в лето. Визитная карточка группы «Слоны». Следующая песня про длинный летний вечер. Мы очень любим лето, да. У Макса будет очень ответственное соло. Ждите его все. Солнце с небом подмигнули мне. Облака, деревья, кажутся на дне. И свистящий ветер раскачал камыш. Длинный летний вечер, до утра не спишь. Это не изменить, чем другим заполнить. Хватит один раз прожить, на всю жизнь запомнить. Тает, тает длинный летний вечер, до утра не спишь. Большой медведицы не достать рукой. Август осыпаются звезды над тобой. Загадай желание, руки разведи. Словно крылья птичьи, взмахни, полети. Другим заполнить, хватит один раз прожить, на всю жизнь заполнить. Тает, тает длинный летний вечер, до утра не спишь. Yeah!
другим запомнить. Хватит один раз прожить, нам всю жизнь запомнить. Тает, тает длинный летний вечер, до утра не спишь. Длинный летний вечер, до утра не спишь. Летний вечер, до утра не спишь. Длинный летний смотрю, публика уже начинает отплясывать. Пожалуйста, кто хочет потанцевать, есть площадка здесь, есть площадка здесь, есть площадка у барной стойки. Единственное, будет просьба, кто будет танцевать там, не зашибить оператора. Также вот обращение глубоко уважаемой публике. Сначала к телезрителям. Я напоминаю, что вы нас смотрите на сайте www.tv-l.ru. На сайте работает чат. Заходите, задавайте музыкантам вопросы. Они с удовольствием на них ответят. А зрители, которые находятся в зале, вы тоже присоединяйтесь к нашему интерактиву. Для этого вам надо просто поднять руку. Я подойду к вам с микрофоном. Вы зададите вопрос. Может быть, у кого-то уже есть вопросы к нашим музыкантам. Поднимайте руку, я подойду. Конечно. У вас есть вопрос? Хорошо, тогда пока вы придумываете... Ага, первый смельчак, я иду. Так, нет, вы напросились. Вас сейчас снимают крупным планом. Да. Ваш вопрос. Кто тянул руку? Так, как говорится, назвался грузим, полезай в кузов. Так, хорошо. Ага. Как Саша Слон относится к песне Beatles Yesterday? Саш, сыграешь? Очень люблю «Вчера», конечно. Да. Отлично отношусь к этой песне, тем более, что ее написал сам Пол, ё-моё. Да, он меня опередил, конечно, да. Я пол песни уже написал, а пол ее выдал, и все. Я задам следующий вопрос. Я знаю, что, например, Саша, помимо группы «Слоны», принимает участие еще в нескольких коллективах. Да, расскажи, пожалуйста, про свое сотрудничество. Ну, я еще играю в Дёра в бенде. К сожалению, он обещал прийти, но не пришел, к сожалению, сюда. Да, ну и... Я думаю, он смотрит нашу трансляцию. Да, ну, в общем-то, и все. Ага, а другие музыканты, принимающие участие в группе «Слоны», принимают ли участие еще в каких-то коллективах? Да. Ага, тогда я иду с микрофонами, рассказывайте. Непосредственно мы с барабанщиком еще принимаем участие в группе Gagarin Brothers. А что это за группа? А это очень веселая такая группа. Она играет музыку русскоязычную. Из фильмов отечественных периода 50-х и 60-х годов. Отлично! Я думаю, они с удовольствием сыграют как-нибудь у нас вживьем. Ну, вы позовите. Так, а вот наш саксофонист. Как мне говорят, опять подсказывают. Да, лицо коллектива. Я тоже, да, я принимаю участие в коллективах, в частности, коллективе
нашей российской королевы блюза Виктории Пьер-Мари. Вот у нее есть Пьер-Мари Бенд, мы с ней сотрудничаем. Вот. Ну а также еще в разных коллективах. Так, он напросился со своей группы в программу «Живьем», вы были свидетелями. Ну, я думаю, мы сейчас... Так, отмазался. Хорошо, мы слушаем следующую песню, надеюсь, она будет не менее зажигательной. Дорогие зрители, пожалуйста, готовьте вопросы. А я на белом облачке плыву, это не во сне, это все же наяву. А вокруг проблемы, суета, ну а здесь красота. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-я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 й-
Словно птичка, словно я орел, парю, как дирижабль, напеваю рок-н-ролл. И так приятно, приятно мне так, неужто вправду я дурак? Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-я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 й, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, дядя Бо! А вот недавно лайнер полетел, и грозный командир, как увидел, обалдел. А я еще ему в окошко постучал, он улыбнулся и забыл, куда летал. Е-е-е-е! А я на белом облачке плыву, это не во сне, это все же наяву. А вокруг проблемы, суета, ну а здесь красота. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-я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 й, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Ай-я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 й. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-я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 й. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Oh, yeah. Ура! Вот тут вот у Саши такие интересные очки. Нет, я просто хочу предупредить, я вернусь к ним чуть-чуть позже. К очкам. Да, тут будет одна очень интересная песня звучать. Ну,
так пелось, значит, сначала наш музыкант Саша Слон творил в Питере. Потом, как пелось в одной... Пелось в одной замечательной песне и стал московским весь питерский рок. Саша, как ты перебрался в Москву? От Питера до Москвы 8 часов езды. 8 часов езды от Питера до Москвы. Когда ты окончательно перебрался в Москву и решил творить здесь? Я не перебрался. А, то есть ты продолжаешь оставаться питерцем? Конечно. А какая публика более приветлива, московская или питерская? Невозможно сказать. Публика везде публика. Что ж делать? Да, коктебельская, конечно. У нас есть вопрос в чате. Я думаю, наш голос небес сейчас его озвучит. Так, а там микрофон не дали? Так, тогда я иду с микрофоном. Так, а вот и голос небес. У нас в чатике есть вопрос. Слушайте внимательно. Стою в переходе с Розой, ты мимо бежишь, за счастьем торопишься. Оглянись, если стану слоном, обратишь внимание, вряд ли у тебя красивые свидания. Это строчки из одной песни. Не Саша ли имел в виду автор? Я, правда, не знаю, кого имел в виду автор, да. Ну, возможно, автор был знаком с Сашей и посвятил песню группе «Слоны». Так, ну тогда мы, наверное, слушаем следующую песню. Я был нормально сложен, я обливал прохожих. Из большого синего тяжелого ведра я не любил галеты, я запускал ракеты, я не читал газеты. А зачем читать, если их можно поджечь? Но на день рождения подарил мне был плюшевый курносый слон. Папа его ключиком мне заводил, и на пластмассовой гитаре делал он. Ба-ба-ба-ба, 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 ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам, yeah! Когда я был моложе, я был нормально сложен, не выражался сложно и не выпивал с друзьями до зари, не целовал девчонок, не задирал девчонок. Нормальный, в общем, был ребенок и не морочил голову себе и другим. Но с тех самых пор, где со мной как день плюшевый курносый слон, я его чуть-чуть позаведу ключом, и в пешебе у нас, но с ним опять припеть не лень. Ла-ба-ба-ба, 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 ла-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ла-ба-ба-ба, 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 ла-ба-ба-ба-ба-ба-ба, yeah! О, oh, yes, thank you very much, большое спасибо. Особенно всем, кто радуется и бодрится вместе с нами здесь сегодня, в этот прекрасный московский вечерок, о да. Ну,
перед этой песней я вам обещала вернуться к очкам Саши. Саша, подойди, наш оператор возьмет очки крупным планом. На очках написано love, что в переводе английского значит любовь. Не может быть. Я сейчас хочу пригласить на эту сцену Дмитрия Бациева, больше известного как Дуче. Участника знаменитой питерской группы «Кафе». Димон, ты приехал? К слову, любовь, я обратилась не просто так. Я надеюсь, сейчас прозвучит песня «Бобры любви». Ага, друзья, ну, что поделаешь. Слоны и бобры, они, в общем, всегда как-то между собой пересекались. Так или иначе, как мы, собственно, со слоном играли целых 5 лет и отработали целую кучу коктебельских сезонов, поэтому, собственно, есть что вспомнить. Но в связи с этим «Бобры любви», Серега вот тоже, кстати, он с нами играл, поэтому, я думаю, репетировать не будем. Ну, собственно, кафе чего, оно как оно было, кафе, так оно и есть, то есть так его и нет, стало быть. Ну что, всем влюбленным и чрезмерно счастливым на побережье посвящается, да. Ага, поехали. Давай, поехали. Танцуют все. А ты стоишь на одном берегу реки, а я стою на другом берегу реки. Не имей нам друг друга никак, плыви, не плыви. Вдруг над рекой появляется мост, а под мостом в воде мелькает хвост. Это за нас хлопочут бобры любви. Бобры любви, бобры любви, ага. Бобры любви, бобры любви, ага. Это вечная песня, бесконечная песня нашей с тобой негасимой любви. А ты меня познакомил с твоей женой, а я тебя познакомил с моей женой. Наши помыслы были чисты, а желания добры. Но только истина, как всегда, одна. Совершенно не важно, кто чья жена. Важно лишь то, что все мы по жизни бобры. Бобры любви, бобры любви, ага. Бобры любви, бобры любви, ага. Это вечная песня, бесконечная песня нашей с тобой негасимой любви. Приятель совершил запрещенный обряд. Он убил в полнолуние 13 бобрят. Но теперь жить вот так же, как он пожелал бы любой. А ты пашешь всю жизнь на плотине любви, а потом замечаешь, что весь в крови. И плотина на самом-то деле между мной и тобой. Бобры любви, бобры любви, ага. Бобры любви, бобры любви, ага. Это вечная песня, бесконечная песня нашей с тобой негасимой любви.
бобры любви, 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 бобры любви. Oh yeah! Ну, я надеюсь, здесь присутствуют среди нашей публики те, кто был в 2006 году на декабрьских концертах, когда была группа «Кафе» в составе «Дуча», «Слон», и был еще один космический гость, Антон Дзеров, который сегодня, кстати, тоже обещался быть, но не доехал. Саша, вернись к микрофону, пожалуйста. Нет, можешь очки не убирать, я уже не буду возвращаться к слову «любовь». А то вот прекрасная девушка Света будет ревновать. Каждое лето группа «Слоны» выступает в Коктебеле. Да. А может быть, за это время вы заметили какие-нибудь особенности коктебельской публики? Понравилось? Нет? Не заметили. Одни и те же лица ездят за группы «Слоны» в Москва, Петербург, Харьков, Коктебель, неважно. Различий нет, лица одни и те же в зале. Хорошо, когда такие преданные поклонники есть. Микрофончик, пожалуйста. О, да. Расскажи, пожалуйста, про участие в фестивале «Мамакаба». Был такой фестиваль, да. Участвовали. Хорошо. А что запомнилось больше всего? Море и пляж. Нет, ну море и пляж бывает каждое лето в Коктебеле. А вот именно 2006 год, фестиваль «Мамакаба». Ничего не запомнилось. Ничего не запомнилось? Вообще ничего. Хорошо. А есть ли у наших гостей вопросы? Есть. Кто сказал есть? Я иду с микрофоном. Телефон можно увидеть у себя. Здравствуйте, Дмитрий. Хочет спросить, а в каком сезоне, ну, в августе, июле, там, планируются концерты в Коктебеле? Планируете ли вообще, как бы? Пока не планируем вообще, но может быть в июле. Ждем. Спасибо. Вот, публика из Коктебеля приехала в Москву на концерт. Я думаю, мы слушаем следующую песню, пока зрители готовят следующий вопрос. Да, следующая песня про метро. Нам его очень сильно не хватает, в Коктебеле бывает иногда. Мне нравится метро. Металл, гранит, стекло. Весь полон в смысле андеграунд. Чисто и тепло. Тусуется народ под тяжестью забот. А ты была как каравелла, вернее как пароход. Мне нравится метро. Металл, гранит, стекло. Весь полон в смысле андеграунд. Чисто и тепло. Красиво и умна. И до сих пор одна. Я это видел в отражении вагонного окна. Тебя хочу я видеть со света до заката. И губ твоих касаться, и звать с тобой куда-то. Мне кажется, встречался, и я с тобой когда-то. В сладком сне, а поезд уносился с неистовой силой. И двери уж закрылись, и взгляд твой опустил я. Стуча вагоны мчались от милой и красивой темноту. Темноту.
Метро, металл, гранит, стекло. Здесь в полном смысле андеграунд, чисто и тепло. Красиво и умно, и до сих пор одна. Я это видел в отражении вагонного окна. Тебя хочу я видеть за светом для закада. И губ твоих касаться, и звать с тобой куда-то. Мне кажется, встречался, и я с тобой когда-то. Поезд уносился с неистовой силой. И двери уже закрыли, и взгляд твой опустил я. С еще вагоны мчались от милой и красивой. Темноту, ту-ту, темноту, ту-ту. Темноту, ту-ту, темноту. Я напоминаю телезрителям, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru. Не забывайте про чат. А зрители, находящиеся в зале, готовы ли у вас новые вопросы для группы «Слоны»? Я не вижу рук. Саша, у тебя такая прекрасная жена в зале. А помимо Мамакаба, в каких-нибудь еще рок-фестивалях принимали участие? Отказываемся. А почему? Зачем? Ну как это зачем? Себя показать, других посмотреть. Так, ну сегодня у нас здесь присутствует еще один замечательный гость. И если до этого на морском пляже Коктебеля был шторм, то сейчас будет штиль. Ну, ты сам объявишь гостю? Ира. Просто Ира? Ира Лушан. Ирина Лушан! Стоп, у нас есть вопрос. Это не вопрос, это так, чисто воспоминания. Дело в том, что эта песня появилась в коллективе «Слоны» благодаря мне. Я эту песню сыграл в своем самом первом школьном ансамбле в 15 лет. Это был первый джазовый стандарт, который был мною сыгран. То есть музыка Дюка Эллингтона, слова неизвестно чьи. Вот, собственно, разумное дополнение, дабы не обнести себя, не лишить себя любимого респекту. Ну, а слонам я доверяю, все будет как надо.
мальчик. Спустилась ночь, на полубаке боцман спит, а в нем бутылку словно дождь. Жди, она кормила поет джаз, ударник рубит брейсом, брейсом, прищурив левый глаз. Саксы стонут, труба грохочет, ноги тонут. В лихом фокстроте рты раскрыты, в безумном крике, yeah. Шти, она кормила боеча, ударник грубит брейк за брейком, причурив левый upon a caravan. Sleep upon my shoulders as we creep across the sand, so I may keep the memories of a caravan. You are so excited, this is so inviting. Till the magic chimes of you resigning beneath the blue. My dream of love is coming true. This is a desert caravan. Night, 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 and stars shining both so bright. The magic of the faded night, the shines upon a caravan. Upon my shoulders as we creep, a constant so I may keep the memories of a caravan. You are so excited, this is so inviting. Resting in my arms as I choose to the magic chime of you. I'm feeling easy blue. My dream of love is coming true. This is a desert caravan. Thank you.
океан спустилась ночь. На полубаке боцман спит, а мне бутылку словно дождь. Аплодисменты прекрасной девушке! Громче, громче, громче! Где вы еще такое услышите? А наш уважаемый чат зовет группу «Слоны» в Коктебель. Они уже соскучились. Кстати, Саша, 1 февраля начинается гастрольный тур по Украине. Коктебель планируется? Нет. Ну вот. Там нет никого сейчас. А по каким городам будет тур? Донецк, Одесса, Днепропетровск, Харьков, ну и так далее. Записывайте, записывайте, в чате записывайте. Так, ну вот наши космические гости на этом не закончились. Мы так долго его звали, и Антон Дёров пришел! Зажжешь? Где он? О, провокация. Публика жаждет. Друзья, друзья мои, дело в том, что я очень сильно опоздал. Я сейчас поздороваюсь с ребятами. Здравствуйте, а мы действительно находимся в эфире, да, сейчас? Да, мы в эфире. Видите, что у меня здесь написано? No girl, no job, no money. Нет, а зачем вы меня вызвали на сцену? Тут выступает группа «Слоны». Это самое светлое, что есть на нашей музыкальной сцене. Это совершенно точно. Вот. У меня же все депрессивное такое, совершенно смурное. Вот. Ну, давайте мы сыграем тогда Сидора Плеткина и все. Ну, а ладно. Есть лишняя гитара для Антона? У нас бас-гитарист забыл нам бас-гитару. Ну, поехали. Ну, допустим, так. Бу-бу! Чах-чах-чах-чах-чах-чах, баба! Чах-чах-чах-чах-чах-чах, баба! Сидор Плеткин едет в Тамбов в гости к тетке, жив и здоров. Ест на завтрак спелый банан. Утром завтра он будет там, бабу! Чух-чух-чух-чух, бабу! Так безбрежно все, как в кино. Сидор нежно плюнул в окно, лес в убранстве радует взгляд, ветер странствий вдул все назад, бубу. Чух-чух-чух-чух-чух-чух, бубу. Чуга-бубу вдул обратно прямо на губу. Плеткин Сидор вытер свой фейс. Ах ты, пидор, думал весь рейс, бубу. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-бубу. Давай!
жив и здоров. Фиеста на завтра, спелый банан. Утром завтра он будет там, бу-бу. Чук-чук-чук-чук-чук-чук, бу-бу. Ребят, уважаемые телезрители, уважаемые гости этого замечательного заведения FM Club, клянусь, это была полная совершенно импровизация, меня просто подставили, потому что я пришел послушать эту замечательную светлую группу. Удачи, ребята, ну и, собственно, мы ждем от вас следующих песен. Антон Дёров! Так, Антон, не уходи, не уходи, не уходи, вернись, 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 вернись. Сейчас будет реклама. 9 февраля Антон Дёров, сольный концерт группы Дёров Бэнд в FM-клубе. Welcome, please. На самом деле, сейчас у вас была уникальная возможность увидеть Антона Дёрова без гитары. И финальная песня. А с вами, дорогие друзья, мы увидимся еще не раз в эфире Живого ТВ. В наших прямых трансляциях из FM-клуба и с нашей студии. Всем пока и всем спасибо! Ой-ой-ой! Да что ж, настало время исполнить последнюю песню в нашем исполнении. Это будет песня про легкий балтийский ветерок. По просьбе нашего саксофониста исполняем эту песню и желаем ему крепкого рок-н-ролльного здоровья. Где растет шайтан дрова, там бродят папуасы, вычисляя злого льва. Зеленый аллигатор первое уж нес яйцо, а я у твоих окон и хлещет мне в лицо. Балтийский легкий ветерок. В далеком Гондурасе, в диких зарослях Леон, там носятся в экстазе стаи шумных обезьян. Попал частый кролик у Давику в кольцо, а я у твоих окон и хлещет мне в лицо. Балтийский легкий ветерок.
любимом Гондурасе, где растет шатан трава, там бродят папуасы, доедая злого льва. В любимом Гондурасе, там круглый год тепло, там нет твоих нарядов, там не бьет дождем лицо. Балтийский легкий ветерок. Балтийский легкий ветер, рок. Балтийский легкий ветер, рок. Балтийский легкий ветер, рок. Да, да. Что ж, мы сыграем на бис, хотя никто и не просит, да. Песня написана Дучманом в период его воспоминаний о былом. Да. Песня о главном жизни. Железный по дороге с палбовой. Парень, я не бесполезный, но кировой. Ты вези меня, коняга, по булыжной мостовой. Пропадаю я, бедняга, кировой. Еду я под мухою, не скреблю, не охаю, а потому что полкова муха я. Еду я под мухою, не скреблю, не охаю, а потому что по долинам и по взгорьям, по прямой и по кривой, много хапнул в жизни горя кировой. Хоть в Москве, хоть в Коктебеле, хоть в раю, а хоть живой, никогда не протрезвею кировой. Полкова муха я, еду я под мухою, не скреблю, не охаю, а потому что полкова муха я, еду я под мухою, не скреблю, не охаю, а потому что Oh,
Палка-помокая, еду я под мокою, не скреплю, не охаю, а потому что палка-помокая, еду я под мокою, не скреплю, не охаю, а потому что Thank you very much. Большое спасибо всем, кто продолжает бодриться вместе с нами здесь сегодня. О, да. Ну что ж, следующая песня про любовь. Я так люблю твои глаза, большой камин твоей души. Я здесь пригрелся, а гроза еще гремит, ты не спеши, не спеши. Постой и побудь со мной, не спеши. Постой и побудь со мной, не спеши. Спеши, постой. Hey! Ты не спеши меня прогнать, там за окном ты слышишь я. Я не хочу в подъезде ждать, когда холодный дождь пройдет, не спеши, постой и побудь со мной, не спеши, постой и побудь со мной, не спеши, не спеши, постой. Спеши, постой и побудь со мной. Не спеши, постой, но побудь со мной. Не спеши, не спеши, постой. Thank you very much. Большое спасибо всем, кто был и радовался вместе с нами здесь сегодня. Перед вами была группа «Слоны». Всего вам самого замечательного в личной жизни. О, да! Лицо коллектива меняет пропало. Максим заменил компакт-диск.
by me, Mr. Shame. Please let me stay by me, Mr. Shame, and that you regret. By me, Mr. Shame, again I stay. That means you are cursed in the land. I could say, well, well, I even say, well, the bar, Spanish only help to tell you how I am. I try to explain, by the bit of shame, so kiss me and say you understand. Дорожка не спеша, дорожку перешла, ее остановил милиционер. Ах, миленький ты мой, ведь я спешу домой, сегодня у Абрама выходной. Купила курочки, французской булочки, кусочек маслица, три пирожка. И никому не дам, пусть скушает Абрам, и будет мой Абрам как барабан. Ой, да что вы! В Таунском порту, с пробоиной во рту, Жанетта поправляла текила. И прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут сутулиться, вливаясь в улицы, и клёши новые медут асфальт. Они идут туда, где можно без труда найти красивых женщин и вина. Ой, да что ли! Гитара Дмитрий Ильин. О, oh, yeah. Hey! Барабан Сергей Калинин. Саксофон Макс. With a shame, please let me explain. By me, with a shame, and that's your regret. By me, with a shame, again I explain. That means you are first in the land. I could say, bella bella, I even say, wunderbar, Spanish only, I'll tell you how. I'll try to explain. By me, with a shame, so kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. Hey! Oh yeah, thank you very much. Большое спасибо, друзья. Oh, да. Особое спасибо телевидению, которое нас снимало и передавало в живом эфире. Всем, кто был и работал вместе с нами здесь сегодня, а также группе танцующих людей. Без вас нам бы было очень сложно прожить в этом страшном мире. О, да!